Порты Феодосии в Крыму и Азова в Ростовской области расширят за счет дополнительных земельных участков. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, о чем сообщается на сайте Кабинета министров. Решение продиктовано работой по федеральному проекту развития морских портов, который входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Так, в Феодосии планируется подготовить новую базу для обработки и хранения грузов, а в порту Азов появится терминал для приемки и отгрузки зерновых культур и растительных масел. Он в том числе будет использоваться заводом по переработке льняного семени и производству льняного масла, который строится в Ростовской области, говорится на портале правительства страны.